начинаем следующее задание. День прошлого. Добрый вечер. Закрыто. А вас тут кто-то ищет. Кто? Маркиз? Элиза? Элиза! Стой! Элиза! Стой! Что? Что? А ну вернись! Я лишь пару сов взяла. Вот. Глюки. Я искала вас, месье. Спасибо вам за Леона. Терпение вам. У меня был сын. Сожалею. Нет. Он жив. Я бросила его. А после этого открыла приют. Это любовь. Иногда. Любовь тюрьма, уж я-то знаю. Этот... приют в нем – мое призвание. Леон говорит, что вы могли спасти Францию. Дети. Что это за... Мадам Марго? Дети. Он за приютом. Мужик стоит, просто смотрит то на меня, то на нее, блин, и слушает. Вообще это нормально? А! 30 метров. Ладно, летим наверх. Эй, Леон. Мой корабль отправляется через 3 дня. И что дальше? Я добуду артефакт, а потом скроюсь. Ладно. Но как? У тебя что, карта храма в кармане? Список Пуарье. Тот рисунок в пещере. Я знал, что видел такие диски. Вот тут. Только этого нет. Я сейчас серьезно. Я тоже. Найдите 2 и приходи наверх. Так, точно. Дети. Просто какая-то драка сбоку. Нам, в принципе, все равно. Смотрим. А, нет, нет, нет. Ничего не пооткрывалось. Везде еще закрытые вещи есть. Тут есть 3 задания, но я их выполнять не особо хочу, честно признаюсь. Давайте, пойдем. Двигаться.
случае нужно будет сразить. Ладно. Или нет. Не очень удобно, но ничего. Чего не надо? Иди сюда! Ты заплатишь! Но мы не будем сейчас выполнять это задание, потому что у нас висит основное. Давайте его выполним, после этого вернемся уже к этому заданию. В том числе. Явная дверь. Есть способ спуститься? Да. Ты издеваешься? Вот это делаешь.
есть такие вот сундуки, которые почему-то не видно на общей карте. С ними больше всего проблема. Если вот так не наткнулся случайно. Вот, ну, на этой территории еще один остался. Где он может быть? А фиг его знает. Где хочешь, там и ищи, называется. Серьезно? Реликвия валялась просто тут? Это как-то даже не смешно. Печально, да. Во имя Господа! Иди сюда, трусливый подлец! Ну! Здравствуй! Движемся к следующему. А можно? Эй! Это не твое! Заодно выполняем эти задания. Говорил же, мы очистим от вас улицы. Тебе конец. Так. Почти на месте. 90 метров. Куда пошел? Обделался? Я помню этот знак, кстати. Теперь движемся на мельницу. Окей, давайте на мельницу. Тот знак типа ни при чем, да, пока? Я понял, ладно. Нет? Не он? Ладно. Забрать его. Трое. Четверо. Последний этот сундук или не последний в этом районе. Давайте его заберем все равно. Да, это последний в этом районе. Шикарно. Движемся. Как поживаете, друг мой? Как жизнь? Нашел. Да, прекрасно. Мы
забрали обе. Все, осталось выполнить основное задание, дальше будет видно. И вот и задание, которое сейчас в сторону основного задания, возможно, мы все-таки будем выполнять еще и дополнительные. Но все это жизнь, гражданин.